Ксюш, не бросай повод. Повод подбери. Я не бросаю, в какой момент? Ну, что, болтаешь? Поворачивай. Ты куда так разгоняешься, эй? Ксюша! Это как мы вчера с Волгой. Ксюша, не надо так нестись. Это я, возможно, переборщила. Давай ты ездой направо теперь оттуда выходи. Направо. Прямо. На маринерное заложение поставил. На Волгу? Прямо да. Сразу? Нет. Только поводочек не бросай, ради бога. И не разгоняйся так сильно. Не неси. Вау. Ксюша! Прям так, знаете, мне кажется, он еще в высоте как-то оттолкнулся. Это было круто. Он реально уже оттолкнулся и там еще такой. Почему было так высоко? Ты вот так вцепилась и летишь. Знаешь, я его тормозила вот тут. Парашют тебе нужен. Да. Такая страховка. Нет, нет, ты знаешь, как Буран когда приземлялся, его сзади этот парашют. Ты можешь не так далеко покорить? Видишь, я могу. Я его тормозила ровно вот до вот этой точки, где вот. А потом решила. А потом я его как бы, что будет.